Привет, это Алекс и Катя, тот самый гид с блога Итальяна, статья о которой находится вот прямо в этом месте, где вы сейчас видите это видео. И в очередной раз я приехал в Венецию и не упустил случая для того, чтобы не встретиться с Катей и вместе с ней погулять здесь по Сан-Марко и по всем тем улочкам, которые только она знает, где вообще что находится. В этот момент у меня отключается мозг-навигатор, и она ведет, и я боюсь, что она меня бросит, и на этом все закончится. Вот. И на этот раз Катя меня привела во Флориан, мы здесь уже бывали, но тем не менее каждый раз она умудряется рассказать что-то такое, где хочется достать камеру и сказать: ну давай, ну попробуй выдать это еще раз на камеру, ну пожалуйста. Вот. И она говорит, что здесь пил Хемингуэй. Хемингуэй, вообще, вы знаете, он же был, ну, алкоголик. Ну, я надеюсь, его семья не увидит это видео и не подаст на нас в суд. Но, тем не менее, это то кафе, где он пил. И что, он правда так сильно здесь пил, да? Ну, всем привет. Во-первых, Хемингуэй пил не только здесь. Это действительно известный факт. Человек наслаждался жизнью, с удовольствием выпивал. Мы находимся около кафе Флориан. Это одно из самых старинных мест здесь, в Венеции. В плане открытого питейного заведения, 1720 год, год открытия этого кафе, первый бар, куда в Венеции разрешили заходить женщинам. Туристы со всех стран сюда пытаются попасть, поставить свою личную галочку в момент посещения, да, этого бара. В летнее, в хорошее время здесь обычно играет музыка, концерт, микроконцерт на площади Сан-Марко сможете послушать, выпить знаменитый сприц, сделать знаменитый аперитив под названием «Аперитив Дожа». И, конечно, русскоговорящие туристы на сегодняшний день здесь самые-самые-самые любимые туристы. Поэтому приезжайте в Венецию, приезжайте, приплывайте на площадь Сан-Марко и с огромным удовольствием выпивайте здесь знаменитый коктейль «Сприц». Давайте я на всякий случай просто разверну камеру в другое место, разверну камеру вокруг, и вы посмотрите просто, ну, тот вид, который отсюда открывается. Вот смотрите. Это, ну, мы находимся фактически прямо на Сан-Марко, она сейчас скрыта туманом, поэтому не все так хорошо видно, как хотелось бы, но, тем не менее, я надеюсь, что вы оценили, вы видите, да, как много туристов сейчас, как много сейчас туристов в кафе Флориан, там просто негде яблоку упасть. Ловите момент! Да, вот. И еще раз, это Катя, Алекс, блога Итальяна, мы с площади Сан-Марко специально для вас, и... Ну и тот отзыв, который здесь написан, это действительно тот отзыв о Кате, который той самой девушки, которая мне с таким большим удовольствием всегда показывает Венецию. И надеюсь, что с таким же огромным удовольствием она покажет Венецию вам. С огромным. До скорой встречи в новых видео. Из Венеции Алекс и Катя.